Гордость района, лучшее предприятие в этот день закрепляют за собой лидерские позиции. На подведение итогов соревнования по социально-экономическому развитию во дворец культуры съезжаются руководители и представители всех предприятий и организаций района. Лучших отмечают грамотами, благодарностями, переходящими знаменами. А предваряет торжество выставка товаров местных производителей. Угощения от молочного завода, Зари, хлебозавода и даже этанола. Живая музыка и много гостей. Участие в мероприятии принял губернатор области Геннадий Соловей. Полный зал и торжественные речи. В этом году на пьедестале почета строительное промышленное предприятие, учреждения образования, спорта, культуры, торговли, сельские советы. О том, как распределились места, смотрите завтра в выпуске новостей.